Доброго утра! Сегодня начинаем наш день с кашки. Готовим овсянку, как всегда сладкую, как всегда на воде. Вот это вот именно у нас с изюмом. Ясно солнышко в синей коробочке. Все сейчас сварится. Гриша будет завтракать, и Фонька еще спит. Григорий проснулся. Сегодня четверг, у него английский. Я там глянула, что английский и русский тебе учить сегодня, да? И все, да? Может, английским займемся больше. Да, подольше его поучим, все повторим. Написать, да? Мы же там не написали еще в тетради, не делали. Да, ну, делали вот это все. Ну, то, что читать, учить, мы все учили. Со вторника начиная, каждый день утром и вечером. Я скоро это наизусть буду знать. Ну, это и надо знать наизусть. Все вот это, все три... Да? Все три задания? Ну да. Ну все слова, что там. Не, же... ну слова-то понятно. Ну а что надо там одни слова? Наизусть. А вот это вот все задания можно читать, я так думаю. Да. Вот такой вот шоколад Ирка от Кардамон Клаба. 0,5 килограмма, а 600 даже грамм на 378 рублей. Ну, в переводе вот так сейчас добавляю, это темный шоколад. Детям на кашу. В переводе, знаете ли, на шоколадке это очень даже неплохая цена. Так, темный шоколад Гришке, кстати, он очень понравился. Да, Григорий? Темный остался. У нас молочный уже куда-то пропался. Ну, ты не знаешь, куда? Ну, может быть, ко мне. К тебе в рот? Ну, да. Может быть, к тебе в рот. Афанасий? Проснулся сразу до дедушки. Твоя улыбка это мама. И каждый день я хочу радовать тебя чем-то особенным. Мы тут уже все в работе, но я сейчас пойду готовить галушки. Лера, приди почитай. Английский. Почитай. А Григорий ворует у мамы шоколад. Ой, да у нее там еще. Так, быстренько готовим галушки. Здесь у меня 3 яичка, но они были домашние, такие вот очень-очень маленькие. Немножечко воды посолить. И сейчас будем добавлять муку и делать тесто для галушек. Так, делаем галушечки уже из готового теста. Оно вот такое вот, достаточно и не густое, и не мягкое. Не знаю, как сказать, какой консистенции. То есть с ложки оно сваливается за счет того, что ложка жирная в бульоне. Поэтому оно не прилипает. И вот таким вот образом. Так, все уже готово практически. Сейчас все немножечко покипит, поженится. Я добавлю зелень, выключу. Чесночок уже, кстати, добавила. Гриша уже в школу одевается. Афонь, ты что делаешь? А что это? Песок. Да, и ты здесь играешь, да? Да. А тут Галю. Что ты еще делал? А я делал пакетов. Нет, а что ты еще рисовал сегодня, да? Да. Да, я покажу, что ты тут нарисовал. Что-то интересное, да? Да. Ну, Фоня тут помогал кому-то раскрашивать. Клубника. Ой. Что это? Покажи. Перчик. А вот и посылка с Алиэкспресс. Ее мне получил Степа, потому что она пришла к ним на почту. У нас останется 2 почты. Одна находится возле моих родителей, а другая возле школы, куда ходит Григорий. И почему-то она пришла... Ну, то есть мы относимся к той почте, к которой... возле школы. И поэтому... Но почему-то посылка пришла на ту почту. И вот, в общем, с этой почты мне позвонили, попросили ее забрать. Либо они будут делать досыл аж через Динскую. Поэтому Степа помог мне, все забрал. И здесь все разорвано было. Сейчас будем открывать, смотреть, что здесь. А здесь 2 кольца, как это? В общем, 1 квадратное кольцо, если это так можно сказать. В общем, квадрат, форма, да, для выпекания, которая раздвигается.
И круг, который тоже раздвигается. Посмотрим сейчас, как все это работает. Здесь вот сбоку написано, что раздвигается от 16 до 30. Мне кажется, это совсем неплохо. А квадрат там как-то не написано. Про него вообще ничего не написано. Да, вот все раздвинулось, все в порядке. И будем пробовать что-нибудь печь вкусное. И квадратная формочка. С ней разберемся попозже. А здесь вот еще внутри деление. Видите, на сколько сантиметров все раздвинулось? 20, 18, 16. Ой, куда-то все это пропало. Вот, в общем, 20, 18. Внутри еще деление, по которым можно определить диаметр. Так, Афанасий сегодня не спал в обед, да? Потому что Афоня сегодня, аж, наверное, часов до 10 он спал. Да, во сколько ты приехал? Я в 9 приехал, если не знаю. Ну, ты приехал, он же еще спал, да? Поэтому Афоника сегодня балдеет. Афоня, ты на коленке. Вот так, да. Потому что она маленькая. Маленький стульчик мы уже убрали. Да. Афоня же уже большой-то, да? Да. Все, кушаем галушки. Вернее, перекусываем. 3 часа у нас. Скоро ехать за Гришей. Я опять затопила. У нас сейчас 4 часа. Надо покинуть. Когда мы только переехали, я особо не умела растапливать сейчас. Прогорит немножко. А сейчас уже все умею. Сегодня первый день, когда мы включили на обогрев наш кондиционер. И тут стало заметно теплее. Вяжем. Мамуля вяжет кинзу. Нужно ее обязательно мыть. Вот. И кинза всегда с корешками. Что еще? Петрушку я сейчас буду считать. А Сержиня занят делом. Обрывает виноград. Блин, какой он красивый. Что, Григорий уже дома? Расскажи по-английскому, пятерка. Радости, да? Доволен? Пока что нет. Почему? Нет, не скажу. Просто нет, да? Ну, а вообще за английский-то ты доволен? За английский, да. Другие предметы я не так уж и боюсь. Все равно ты не зря, да, так постарался? Ну, у меня мало... Первый раз в истории по контрольной четверке, ну, по списку. Почем? Это вот это в контрольных тетрадях. Угу. Неправильно пример в скобках решил. Мама, плюс-минус я перепутал. Гришна, насыпь ему, пожалуйста. Понимаешь? Так, а я сейчас выйду. Почему в магазин? Почему не всем официант? Сейчас я выйду в магазин, куплю сырка, очень мне хочется запеченной цветной капустки. Так что сейчас съезжу в магазин и будем готовить. Я в магазин заезжала, у нас на улице, гляньте, что-то типа какой-то, не знаю, туман, не туман, но что-то моросит. Что я купила? Купила я креветки. Лавана в магазине попробовать какие-то. Вот, мама, но уже... так, покажи, как в Макдональдс. Я же их хочу попробовать. Все, всех разогнала. Всех разогнала. Буду показывать креветки. Будем пробовать, да, жарить, как в Макдональдсе. Прикол, что они... Все, теперь точно всех разогнала. В общем, будем сегодня пробовать делать креветки. Не продаются у нас, к сожалению, креветки, которые... которые какие? Королевские, большие, красивые, зеленые. У нас продаются только красные. И могу сказать, что эти станицы лучше всего. В смысле того, что на них нет кусков льда. Стоят они, получается, 500 рублей, по-моему, килограмм. В общем, они, по крайней мере, отделяются друг от друга. И не замороженные в какой-то такой ледяной шубке. В общем, просто креветки. Как это называется? Холодная заморозка. Этот пакетик 290 рублей. Будем пробовать готовить. Сыр для цветной капусты. Печеньки. Будем дом колить. Будем. Так, майонез.
лимончик и куча-куча сахарной пудры. Распак 25 рублей. Покались со всей станичной пудрой. Мне нравится именно распак. Вот, и здесь ее 6 штучек должно быть. Да, 6. И яйца 10 штук. Это для цветной капусты. Вот, вот это и все. Это стоит тут Григория молоко, которое он со школы принес. Чего-то оно у него помялось. Молоко кубанским детям. Так что сейчас сначала займемся цветной капустой, а потом креветками. Да. А ты там попитала молоко куленьком. Ой, это... Афоня, я перевожу. Это бабушка та подарила тебе кофту с машинкой, да? Да. А мне я тоже с машинкой, не только голубой. Ты вот помнишь, да, Афонь? Да, а когда это креветки. Креветки когда будем готовить? Да сейчас мамуля сначала с цветной капустой разберется, а потом креветки, хорошо? Цветная, но и что меняет цвет? Нет. Неправильно, надо вывернуть. Мне еще надо вынести. Ну, да? Подарила кто? Кто подарил носки? Никто. Это мама тебе купила. Да, мама. Сейчас буду готовить цветную капусту. Все как всегда. Как это? Бланшированная, в общем, немножечко приваренная. Я в холодную воду кладу цветную капусту, разделенную на соцветия. И что делаю? И все это, когда закипело, буквально минуты 3-4 еще варится, я все шумовкой достаю. И все это немножечко остывает, чтобы яйца не свернулись. И потом делаем такой небольшой кляр. И, в общем, получается все это в виде запеканки. Так, все, теперь отправляем нашу цветную капусту в духовку. Залила ее 4 яйца, майонез, сыр, соль, перец. И сейчас это все в духовку для запекания. Еще? Цветную капусту я уже достала, 20 минут. В духовке она уже готова. Сейчас у нас на очереди креветки. Вот водичка уже почти закипела с лимоном, соль и укроп. И сейчас креветки все отправляются в кипящую воду совсем ненадолго. Блин, тут ножки остались замороженные. Так, совсем немножечко побудут, заодно разморозятся и станут вкусными. Ой, чего-то тут на камере нажала. Вот. Чистить. А вот Гриша сейчас расскажет. Ты садись, только нужно взять тарелочку. А почему сразу Гриша? А кто научился только что чистить креветки? Ты. А ты что, нет? Нет. Я давно умею. Да? Да. Все, будем есть креветки. Давайте тогда на ту сторону. Да, ты на свое место, а я на свое, да? У меня место сидит. Афанасий, давай я тебе буду помогать, сынок. Я поняла, я тогда сел, метель не видно. Давай мне помогать. Тебе помогать? Я буду помогать ей. Давай лучше наоборот. Мама. Афоня, глянь, мне все перекидал. А сейчас самое интересное, я буду делать цветы из айсинга. Ну, не знаю, это для меня самое интересное, для кого-то может быть не очень. Начинаем с того, что я помыла яйцом и отделила желток от белка, белок от желтка. В общем, как хотите. И сейчас будем это все намешивать. Так, я, кстати, использовала для отделения вот такую вот штуку, которую покупала в Ашане. То есть очень, кстати, удобно. Мне понравилось. Желтками ничего не делаю. Желтки отправляются с животным на корм. Кто там делает тесто или заварной крем, можно в майонез. В общем, но я так не делаю. Один белок здесь у меня сейчас. Несколько капель лимонного сока и сахарную пудру будем. Одну пачку точно. И даже, может быть, полторы. Будем все смотреть на глаз. Вот такой вот айсинг получился. Здесь аж две пачки. То есть на один белок, несколько капель лимонного сока и две пачки сахарной пудры. Вот, все это я подвзбила. Не прям хорошо, но где-то минуты две, а то и три. В общем, ну, смотреть по консистенции необходимо. И сейчас буду окрашивать в разные цвета и делать цветочки.
Все, что нужно, помимо айсинга для цветов, это пакеты. У меня вот такие одноразовые с Алиэкспресс. Хорошего качества, кстати, попались. Не рвутся. Кто-то... на мастер-классе мне говорила Ольга, что с Алиэкспресса она не заказывает, потому что они рвутся. Ну вот, не знаю, но это уже вторая партия от этого производителя, как продавца. Вот, и они достаточно качественные, то есть цена-качество соответствует. Нарезанный пергамент, я буду использовать повторно его, когда-то я уже делала цветы к 1 сентября. И он остался, не вижу смысла еще раз использовать, он достаточно чистый, ну, единственное, там где-то розового цвета немного пропиталось, но вообще ничего страшного. И насадки, это вся моя родня. Здесь они всякие разные, есть и поменьше, есть и побольше. Вот это вот, например, листик. Вот это маленькая розочка. Всякие там звездочки открытые, закрытые. Я вообще в них не понимаю, что такая мне не нужна. Вот, что-то тоже фигурное. В общем, в основном, в прошлый раз я использовала только... вот эту вот розочку маленькую. Вот это вот тоже, по-моему, листик, да? Где она, эта маленькая розочка? Я в прошлый раз использовала только лишь ее для цветов. Но надо еще что-нибудь попробовать, посмотреть, что здесь есть. Вот, в общем, сейчас будем начинать. Вот так вот намного удобнее искать насадки. Вот. Так что сейчас будем пробовать. Выбрала пока вот эти вот две, но розу сейчас точно буду использовать. Что из вот этого получится, даже не знаю. Ну что, будем делать цветочки. Начинаем с того, что у меня нет специального штырька, поэтому эта штука от игрушки, от акулы. Вот. Берем палочку вот эту вот. И добавляем немножечко-немножечко сюда айсинга, чтобы прилепить. Папа, Камила, как ты делала, мама? Как я сделала, сын? Вот так. Вот так? Да. Так, и на вот этот вот кусочек пергамента мы будем делать цветочек. Да. Так, Афанасий, можно я сделаю? Да, да. Спокойной ночи. Так, начинаем делать насадкой роза. Ставим ее узким концом. Вот этим вот концом в серединку. И прокручивая, надавливая. Получается один лепесточек. Также опять ставим в серединку, надавливаем, прокручиваем. Два лепесточка. Три. Четыре лепесточка. Антош, давайте спать. Все, спокойной ночи. Афоня, потому что он с вами не ссорился, он дружно играл. Вот такие вот цветочки получились, но на самом деле мне они не нравятся. Вернее, мне не нравятся розочки, поэтому здесь их очень мало, потому что айсинг получился для розочек именно жидковат. А для вот таких вот цветочек всяких разных, мне кажется, нормально. Но розочки, конечно, не айсовые. Ну что, все цветочки готовы. Какие тут вот беленькие готовы. Делала еще вот такие вот как ромашечки. Просто ставила насадку, выдавливала немножко и убирала, и получилось как капельки такие, лепесточки. Вот, вот это вот мне нравится больше. И вот еще несколько цветочков. В общем, теперь все высыхает, а я иду спать. Всем спокойной ночи и пока!